когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. «Сансара», «Наше лето», «Позови меня с собой», «Выйду ночью в поле с конем». Песни, которые знает каждый, звучат в амфитеатре парка «Изумрудный» субботним вечером сентября. Любимые композиции исполняют известные музыканты во главе с Александром Хромовым. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Музыкой Александр горит с детства. Закончил музыкальную школу, пошел в звукорежиссеры. Но пение не отпускало. Вот только долгое время мужчина выступал в кругу родных и близких. И лишь недавно вышел на широкую публику. Это было 6 мая. Я сел на памятник возле в Изумрудном, возле памятника кузнеца. И начал играть песню «Летний дождь» Талькова. Проходящая мимо пара сказала: «А какую вы сейчас песню играете?» Я говорю: «Вот играю композицию «Летний дождь». Слушайте, как классно. Вы не хотели выступить на сцене?» Я говорю: «Да как-то я стесняюсь». Но стеснение улетучилось с первыми же аккордами. Публика встретила тепло. Сегодняшний концерт под открытым небом уже третий по счету за этот год. Зрители отслеживают афишу и специально приходят на концерт Александра и его товарищей-музыкантов. Гости концерта, конечно же, подпевают. И вагон плацкарт меня нес в новую каховку. Очень нравится обстановка, конечно, гитара, атмосфера такая, семейная, может, дружественная, дружественные беседы. Нам очень нравится, что в нашей культурной столице такие замечательные люди живут, и нас радует. Очень приятное сочетание осень, музыка, гитара. Ну, вообще, в принципе, мне очень нравится, что Барнаул стал устраивать такие мероприятия. Людям нужно отдыхать душой. В Изумрудном концерты проходят регулярно, поэтому отслеживайте афишу и приходите в парк. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.